Эй, всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Кот ТВ, и сегодня мы будем продолжать проходить новый ивентик «Лунное утешение», и на этот раз Казань «Лунные охоты», а именно «Тропа дуновений», курс машинной кулинарии номер 2. Принимаем задание «Отслеживать». Так. Интересное место, в прошлый раз было наверху. Что будет сейчас? Какая машинная терапия будет в этот раз? Можешь даже представить. В прошлый раз было забавно, типа надо было слайма поймать и потом, ну, по меткам поразмещать, походить, потоп-топать. Приготовить вкусняшки. Здорово, цапля. С десертом пудинг. Пудинг. Пудинг с рисом. Почему бы и нет? А в конце будет шаурма. Шаурма и тапли. Так, найдите ингредиент, подставшемуся запаху. Вот, короче, идет запашуля. Запашуля куда-то у нас туда идет. Идем по запаху. Прям летим, я бы сказал. Ну, кстати, в этот раз довольно-таки более виднее. В первой части квеста прям можно было в одном моменте заблудиться, потому что не было понятно, куда ведет тропа. Здорово. Брунт. О, как удачно он перевозит рис. Совпадение, не думаю. Как сказали многие по поводу подарков новых в честь годовщины. Ну, типа подарков. Вот. Чё это еще и надо? Ой, блять, это же мой любимый квест, ебаный в рот. Вот это вот залупа, блядь, провожать. Это, блядь, самое интересное в этой игре, это провожать вот эту вот хрень собачью. Solidify. Так, дальше он куда поедет? Наверное, вот сюда, да? У нас тут баррикадка стоит. Летит мой товарный аэростат. О, нифига себе, это чё? Здорово! Прикольно. Не знаю, надо ли было уничтожать, но лучше сейчас, пока не поздно. А то потом заново товарный аэростат провожать, но это просто будет трэш. А, ну здесь он должен перелететь, да? Наверное. Так как если я этот воздушный, да, он перелетит нормально. Блин, не люблю эти аэростаты сопровождать это вообще. Чё, победить монстров надо? А, ну конечно. Чё бы нам еще не делать? Нафиг пошел отсюда.
If it's useful, I'll take it. Разыщите товар. А. Ну боже, что за глупость? Все? Ура. Мой любимый квест окончен. Немножко спыженного рыса. А, он даже сам мне его даст. Ну, спасибо. Так. Возвращаемся, значит, к нашему пеликану. Чуем, сейчас будет экстремальная готовка, как обычно. Не, ну я почему-то думал, что будет что-то поинтереснее во второй раз. Но, походу, будет то же, что и было и в первый раз. Ну, в любом случае, посмотрим. По одну ветку. Ой, бля, ладно, не буду комментировать про высший сорт. Одной веточки. Че тебе надо? Помогите хранить сам подготовить блюдо. Ну, погнали, че. Я готова. Так. А, ну в этот раз он побыстрее двигается. Там надо быстрее туда. А, ну в этот раз немножко сложнее, что они не в одном интервале все находятся. Чтобы глаз чисто обмануть. Но все-таки ожидал, что второй квест будет посложнее все-таки. Ой, ну да, давайте еще слайм сейчас прибежит. Ну, хотя он никак не влияет, поэтому пофиг. А не, смотри-ка, он когда атакует. Слышь, пес, угомонись нахер. Не мешай, мы тут... А, их будет несколько. Ну давай, едь, ну что ты, ёптовую бабушку. Да нет. Так, ну пока все ровненько. Да куда ты? Ой, этот пинг? Нормально, нормально, мы смогли. Да, я думал, ты просто так слайм вылез такой, но оказывается не просто так, он типа охлаждал. Ну прикольно, прикольно. Так, что мы получили? Мы получили рецептик новый, рисовый пудинг. Так, а что мы еще тут получили? Все, мы этот квестик закрыли. Все. Я думаю, сегодня еще, может быть, вот это вот откроется. Пройдем. Если там будет что-то интересное, я запишу. Вот, если там ничего интересного не будет, то не запишу. Ну и все, как бы, ребят. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой на канал, на Discord, на TikTok, да? Везде подписывайтесь. Вообще шикарно будет. Вот так будет, ребят. Так что всем большое спасибо за просмотр. Еще раз. Всем пока-пока. До новых встреч.